Рекламное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Это чудесные миски, которые вы сегодня можете выбрать в разных объемах, тех объемах, которые вам необходимы. Ну и не забывайте, что не за горами у нас уже Новый год. Вот, готовя еду, мы редко задумываемся, а как же мы будем ее хранить? А ведь для каждой хозяйки это очень важно, сохранить то, что было приготовлено без потери вкуса. И чтобы вот хранилось максимально долго. Лучше всего, мы все это знаем, еда хранится в эмалированной посуде. Особенно, если это многослойная эмаль от сербского бренда Metrot, который уже много лет радует нас своей удивительной посудой. Metrot из Сербии с любовью. И Александр Растунин, шеф-повар нескольких кулинарных ресторанов, уже оценил качество. Да, совершенно верно, я оценил качество очень давно. Дело в том, что я знаком с одним сербом, зовут его Зоран Велкович. Сейчас он временно проживаем, собственно говоря, где? У нас, в России. И когда мы с ним встретились, когда он приехал ко мне домой, спрашивает, говорит: Александр, а я не понимаю, что это такое? Скажи мне, пожалуйста, это Metrot? Я говорю, откуда ты знаешь, что это Metrot? Он говорит, я узнаю, собственно говоря, это еще издалека. Друзья, вот смотрите, смотрите и по дизайну, и по качеству. Это трехслойное эмалированное покрытие, это стеклоэмаль, причем наносится она на специально подготовленную сталь. Два нанесения, затем идет деколь, и потом финальное нанесение, так, чтобы вот с этим декором, с этой красотой ничего никогда не случалось. Кроме всего прочего, например, приготовили вы борщ, хотите его убрать в холодильник, в кастрюлю неудобно, ручки мешаются, перелили вот такую мисочку, закрыли вот такой крышечкой и отправили в холодильник на хранение. Причем все достаточно герметично, ничего ровным счетом не проливается, ни одной капельки. И с деколем, с нашим тоже ничего не произойдет. Смотрите, что я делаю. Ой, я беру прям вот так вот, ножом. Вот так вот могу, и ничего не произойдет. Почему? Потому что совершенно правильное нанесение голландской эмали с вот с этим деколем, и получается красота, простота, качество в уходе и качество, собственно говоря, самого продукта. Здорово, от сербского бренда. Metrot. Друзья, сегодня это самая выгодная покупка только одного дня. Знаешь, я бы сказала, что это 4 в одном. Потому что можно использовать на плите наши миски, в духовке можно запекать, хранить можно что-нибудь в холодильнике, положили, да, крышечкой закрыли, и украшать стол такой красотой тоже можно. Давайте посмотрим, какие у нас есть размеры, какие цены сегодня действуют на те или иные объемы. 1,1 литра, 1,7 литра и 2,4 литра. Итак, цены. Цена 899 рублей за самый маленький объем. Если мы возьмем 1,7 литра, 999 рублей, то есть скидка 50% действует на любой объем, понимаете? 2,4 литра, это уж как огромная кастрюля, 1199 рублей. Вот сейчас на экране вы видите белый цвет с милыми цветами, которые напоминают нам о лете. И всегда хочется улыбаться, когда мы смотрим на такой дизайн флористический. И еще есть одна расцветка. Смотрите, есть белый цвет и есть еще кремовый оттенок, который сейчас... Давай я сейчас покажу. Секундочку. Давай, Оленька, забирай. А вот это кремовый цвет. Там Саша себе все забрал, понимаете, всю самую красоту. Вот здесь крупные уже цветы, видите, это кремовый. Итак, два цвета на выбор. Цена действует только сегодня. Три объема на выбор. Лучше берите сразу три. Ну, потому что, друзья, это действительно Сербия, это премиум качество номер один в Европе и номер один на шоп-н-шоу, если мы выбираем эмалированную посуду. Саш, покажи мне свои руки. Руки покажи. Оп. Вот научи нас экспертными руками выбирать суперкачество. Как разобраться, где эмаль хорошая, а где нет? Ну, друзья мои, самое главное, что эмаль должна всегда сверкать и блестеть. Также ничего страшного не будет, если вы, собственно говоря, поделаете вот так вот ножом, вилочкой, постараетесь поцарапать, и у вас ничего не получится. Итак, друзья мои, что же здесь такое происходит? Посмотрите, здесь как снаружи, так и внутри одинаковое количество эмали. Эмаль – это сертифицированная, это европейская эмаль, собственно говоря, голландского производства. Компания Ferro производит эту эмаль в Голландии. Это самое лучшее, что ни на есть, эмаль в мире. Поэтому
мы говорим о том, что это действительно европейское качество. Самое, что ни на есть лучшее. И вот смотрите, на стальную основу наносится что у нас? Разные слои эмали. Каждый укрепляет последующий. Поэтому разрушение фактически не происходит благодаря тому, что у нас с вами вот эти эмали закрепляются. Ну и рисунок, конечно. Вот та самая деколь, которую мы видим, закреплена финальным слоем эмали, опять же. И таким образом получается простота и прочность. Прочность, друзья мои. Саш, ну вот я сейчас в руках держу сертификат, который прилагается к каждому набору. Вот здесь прям даже написано, да, лучшее. Посуда эмалированная. Вот на что еще нужно обращать внимание, когда мы сертификаты рассматриваем? Ну, переверни этот сертификат и покажи. Внизу, в самом конце, мы с вами видим номера сертификатов европейских, в том числе немецких. Вообще, в Германии продается самое большое количество посуды от сербского бренда Metrod. И здесь, конечно, стоит еще обратить внимание на что. Кроме всего прочего, у нас есть металлические с тобой ободки, да, которые, ну что ж, помогают, друзья, защитить нам. Смотрите, вот представьте эту красоту на своем праздничном новогоднем столе. Ну, вкусные салатики прям можно в этих мисках эмалированных и подавать. Это очень прям красиво будет смотреться, как украшение на вашем столе. Так же и хранить будем, так же и разогреть можно. Это то, что нам необходимо, то, что постоянно будет использоваться. И, кстати, вот да, вот хотела тебя спросить. Вот, например, моя свекровь обожает эмалированную посуду, но вся она у нее со временем обуглилась, стала темненькой. Скажи, не произойдет ли это с нашими посудами? Нет, однозначно не произойдет. И мисками, так? Почему? Потому что эмаль хорошая, как я уже сказал, это голландская эмаль. И она защищена финальным слоем, который не дает, собственно говоря, вот даже такому сильному пламени что-то с ней сделать. Дальше прям беру ножик. Ох. Посмотрите, все остается, как и было. Это говорит о том самом европейском качестве, о котором мы вам здесь все утро рассказываем, друзья мои. Идите сюда, ну посмотрите на эту красоту. Она же вызывает настоящий восторг. Крышки в комплекте. Не забывайте, что это полноценный комплект. Да? То есть миска с крышкой, вы получаете ее сегодня за 899 рублей. Можно взять маленький объем 1,1, 1,7 есть у нас и 2,4 литра. Либо белый, либо кремовый цвет. Звоните и заказывайте.